Imagine Radio, St. Petersburg. Дорогие друзья, неужели это случилось? Это произошло с пятой попытки, даже не с седьмой. Мы с вами сейчас слышимся. Пока не видимся еще, обещают, что будем видеться. Но уже слышимся, и то хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы возобновляем нашу программу музыкальную, которую когда-то я придумал. Возьму на себя такой, без ложной скромности, вам похвастаюсь. 7 лет назад это случилось. Вот, называлась она тогда «Волшебные нити Ариадны». Почему так? А потому что пригрезилась мне вот эта вот давнишняя легенда про Тесея, значит, про вот эту вот Ариадну, про ниточку, про лабиринт, про Минотавр, вот про все вот про это. И вот такая у меня сформировалась картина в голове, что мы бы с вами будем путешествовать от одной комнатки этого лабиринта к другой. То есть наша путеводная нить – это искусство. Это прогрессивная музыка, которую я считаю высшим достижением музыкального искусства и творчества нынешнего. А кто такой я? Зовут меня Игорь Чередник. Я барабанщик. Давнишний. Уже играю, знаете, сколько? Аж страшно сколько. 51 год. Если брать то, что я начал играть на ложках с папой, с братом, по коленке стуча. И так это все перманентно длилось вот уже сколько много. Вот, поиграл я там в 60 с лишним группах, в том числе там всякие аукцион, не всякие, но хорошие группы, я с ними дружу, люблю, и так далее, так далее, так далее. Короче, если вам интересно, наберите Игорь Чередник, вам погуглите, будет. Мне ассистирует замечательный человек. Вот, не мне ассистирует, вернее, а является полноправным участником нашего эфира сегодняшнего, первого открывающего. И это Валерия Волкова, Лерочка наша замечательная. Она моя ученица. Я ее ученик в плане радио, потому что она профессиональный радиоведущий. А она моя ученица в плане барабанов. Добрый вечер. С огромными заслугами, успехами, куча первых мест и на городе, и в Октябрьском мы выступали, и, надеюсь, будем еще выступать. Короче, вот такой у нас сегодня тандемчик образовался, дуэтик. И будем мы вам рассказывать про прогрессивную музычку. Ну, как рассказывать? Я, наверное, больше молчать буду, да? Не, я иногда буду задавать тебе вопросики. Вот. Сегодня у нас нет моего давнишнего друга, более чем 30-летним стажем. Значит, вот, мы подружились в 85-м году. Владислав Ярослав Альгердович Глебович. Замечательный совершенно человек. Наш доктор дорогой. Вот. Ну, он реально доктор, врач. Вот. Приболел. Доктор и приболел. Ну как же так, Владик? Вот, поэтому мы сегодня, вот у меня соло, как бы такое. Обычно мы вдвоем. Владик какую-то свою музычку приносит. Он предпочитает либо старенькую, либо итальянскую. Вот, на родном языке. А я вот в новиночках, как бы так сказать, поднаторел. Вот, различаю хорошие новиночки от таких средненьких. Ну и плохие бывают, конечно же, встречаются. Ну что ж, давайте, вот такое у нас было вступление долгое, извините уже за него, ну надо было рассказать, показать все. Можно найти, кстати говоря, в подкастах программу «Как и волшебные Ариадны». Также мы выходили под названием «Частная коллекция», тоже вот на радио Imagine. Итак, стартуем вперед! Лерочка, стартуем! Наша песня первая будет в уже прошлом году вышедший альбом. Американская группа такая, называется The Deer Hunter. Дорогой охотник она называется. Вот. Альбомчик называется All Is All All Should Be. Вот так вот. Сначала послушаем, да, для затравочки? Да, конечно, спросим Леру, как там, что, как ей. Хорошо. Может, скажет, что какую-то ерунду принес. Сейчас название только скажу. Песенка называется The Right Wrong. Идет она 4 минутки 39 секунд. Поехали. Keep
Такая у нас музычка нынче принесена. Хорошая музычка, мне понравилась. Я буду немногословной сегодня, как и обычно. Ну, название интересное у песни «The Right Wrong». Ну да. Правильный случай или как? Нет, «wrong» — это неправильно, то есть правильная неправильность, вот, скажем, видишь, так. Как. Я тоже не сильно в английском, но плюс-минус как-то так переводится. Ну да, вот. А альбом сам альбом, сейчас я тебе скажу. Альбом-то сам как? Сейчас, блин, только что в голове вертелось, забыл. Ну ладно, бог с ним. Вы расскажите побольше про группу, все, что из всего будет как-то так. Ну, ладно, разберутся люди. А по группе что? Хорошая группа. Вот, она очень плодовитая. Я смотрю, у них... Я, кстати, принес вам сегодня альбомчик, маленький мини-альбомчик, так называемый EP. Вот, идет он 24 минутки всего, и он целиком у нас и поместится. Вот, по мнению самого авторитетного сайта Prog.archive.com, вот, он получил из 5 баллов аж 4,6. Это замечательная оценка, надо сказать. Вот, это очень хорошая оценка. И, так сказать, ротируются люди... активно пишут. Вот. У них полноформатных альбомов, больших таких, 7 штук, а вот этих вот маленьких, которые епишечки так называемые, аж целых 11. Так вот этот вот 11-й. Ну и, собственно говоря, надо сейчас вторую песенку. Они коротенькие у нас, а информации про них не так уж и много. Они всего лишь с 2006 года у нас существуют. Поэтому тут еще у них бэкграунд небольшой. А много ли музыкантов в составе коллектива? В составе коллектива у нас есть музыканты, как ты догадываешься. Сейчас я тебе их назову. Вот. Кейси Крещендо. О, какой у него фамилия хорошая. Роб Пер, Максвелл Тусеу, Ник Солецито. О, как. Гэвин Гастелтон и Ник Кресцензо, барабанщик. И получается 1, 2, 3, 4, 6 человечков. Вот. Плотненько, мощненько, здоровенько. И спето так немножечко по-габриелевски. Вот что я очень люблю. Тембр вокальный вот этот вот немножко на Питера Габриэла смахивает. Вот. Но этот альбом, он по сравнению со всеми остальными, я довольно много их творчества знаю, да, он такой слегка-слегка припопсовленный. Вот. Слегка такой легкий для восприятия, поэтому я его и взял. Ну, значит, вы его взяли, да, чтобы мне было полегче, нет, да? Нет, не поэтому. Потому что здесь ни одной песни не удалось выкинуть, потому что они все красивые, хорошие, и все, ну, мелодичные они просто очень такие. И он не примитивный, он просто попроще, чем они обычно до этого делали. С длинными такими композициями у них... Ну, короче, попозже расскажу еще. А сейчас давайте еще послушаем следующую песенку. Называется «Blame Paradise». Идет она 3 минутки 41 секунду. I can't believe my eyes, the truth's no longer.
так вот, прямо так резко, да? Да, прям так резко закончилась песня Blame Paradise группы The Deer Hunt. Да, дорогой Хантер, американская прогрессивная группа, которая появилась, значит, к нам пришла из Providence, из Род-Айленда, и начиналась она как побочный проект главного человека Кейси Крешензо. Вот, когда он был членом такой команды, как The Receiving End of Sirens. Такая была команда, совершенно прошла никем как-то незамеченная, как-то сама прошла. И прежде чем стать его основной группой в 2006 году, вот это вот Deer Hunter, то есть сначала была Receiving End of Sirens, потом стала The Deer Hunter. Основатель Кейси Крещенца. 2006 год, год основания. Звук группы включает в себя... Ну, тут я на ходу перевожу, как вы понимаете, это Google мне перевел, дурацкий. Вот. Множество инструментов и стилей. Звук состоит из множества инструментов и стилей. Так нельзя сказать по-русски, поэтому я скажу по-русски. Значит, они используют кучу инструментов. Действительно, у каждого, напротив каждой фамилии, на пластиночке там такой большая обойма всяческих звукоиздающих приборов, предметов и так далее. Звук, так это я сказал, большинство альбомов группы, начиная с их дебютного альбома 2001 года, The Lake South River North, являются концептуальными альбомами и частью огромной большой сюжетной линии, растянувшейся аж на 6 альбомов. И последнее дополнение — это альбом от 2016 года «Гимны с дьяволом», с конфессиональным дьяволом. Вот такое мрачное и, на мой взгляд, дурацкое название. Вот, что-то они там хотели такое злобное сказать. Вот он вышел в 2016 году, и это шестой, как бы завершающий эту, как правильно, секстологию получается. Вот, альбом. И еще у них есть так называемый цветной спектр. Вот в 2011 году альбом «Мигрант», в 2013 году еще один альбомчик. И вот эти маленькие альбомчики... А, вот этот, кстати, который мы слушаем, он тоже ходит... Куда, в «Танцы с дьяволом»? Не-не-не-не-не. То есть помимо вот этого шестиальбомного полотна огромного... Следующий, вот, то есть этап вот, пошел. Следующий этап пошел, да. Ну вот. Нет, они, как сказать, разбавляли вот это вот альбомчиками другими. В том числе этот, он не относится вот к этому... к большому повествованию, к их концептуальному. Называется он «Все, как и все должно быть». Вот. Не мог я вам сначала выговорить, сейчас вот получилось. И вышел он в конце 2017 года. Ну, и музыкантов я называл, про группу чуть-чуть рассказал. Можно запускать следующее произведение. И, кстати, следующих произведений у нас будет сразу спарринг. Спарринг два. Будет сразу два, да. Первая часть будет называться «Beyond the Place». И следующее за ним сходу будет называться Shake Me или Wake, пробуждение, наверное. В общей сложности 7 минут и 11 секунд. Наслаждаемся. Mistakes I shouldn't make, born of bonds. I wouldn't place had I the choice on loyal limbs that dance these melodies from your voice. If you demand I fall, how will I evolve beyond the pale of your holy scroll? It begs the question of intent to know or just observe your sycophant.
words, deference. Have we inherited the flaws of fumbling gods too small to stumble? I never would've, 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 never
Хотя я взял специально сейчас сегодня вот эту начало нашей передачки, чтобы дабы не смести, не спугнуть большую когорту возможных радиослушателей, что такие вот какая-нибудь дизаун там пойдет, слишком такие прогрессивные вещи, чтобы они сначала втянулись, а потом мы потихонечку будем как бы набирать обороты и булочку приносить посложнее. Я хочу сказать, что этот альбом, он немножечко исключается, выходит как бы язык, выбивается из их как бы стиля общего. У них основные-то альбомы. Но я еще раз подчеркну, что это мини-альбом. Вот. А основные, значит, крупные, большие работы у них, особенно вот этот вот, я тут сказал, тут «Закон шестого рода». Вот так называется их. Это большое полотно. Но на самом деле 5 альбомов они выпустили на эту тему. Вот. Так вот, это 5-альбомная квинтология. Вот. Она там прям целая такая вещь сложная, серьезная. Блин, там надо вникать очень, раз 5 надо послушать, чтобы, так сказать, получить истинное удовольствие. А здесь такое, я бы назвал, из серии «Музыканты шутят» местами, да? Вот эта песенка мне напомнила аж группу Styx 80-х годов. Вот. Такая, все, немножко не облегчили, все. Ну, красивые запоминающиеся мелодии, добротнейшая аранжировка, блестящее исполнение. Ну, немножечко граничит с попсой, ничего страшного. Хотя довольно далеко от попсы. Тут есть и паузки такие интересные, и фишечки всякие есть, и многоголосие. Ну, все, что присуще прогрессиву року, тут имеется. Только в таких очень-очень дозированных, так сказать, количествах. Вот. Ну, давайте уже дослушивать дальше тогда. Хорошие ребята, молодые, юные, кучу материала на выпускали. А это мы сегодня всю EP-шку послушаем? Да, да, успеем. Она 24 минутки всего идет. Вот, и мы уложимся. Следующее произведение, еще раз напомним, мы с вами слушаем альбом группы американской The Deer Hunter, «Дорогой охотник», с кучей альбомов. Вот, в своем, значит, бэкграунде. С 2006 по 2017 год, за 11 лет они выпускали много, 11 маленьких, вот, я уже сказал, да, и целых 7 огромных альбомищев. Вот. А сейчас будем следующую песенку слушать, которая будет называться «Witness Me». 4 минутки 26 секунд. My spirit has been drifting for years. As a narrative appeared in plain sight, the fiction forced the truth to imitate an identity I hoped could imitate.
великий барабанщик Игорь Чередник и его ученицы даже немножко запутались в размерах под конец песни. Столько раз они сменились. Игорь Алексеевич, ну интересно, да. Да, замечательная вещь, просто замечательная. Такая вальсообразная, но если в детализацию нам удариться, да, и разобрать это все по косточкам, не так там все просто, елка-палка. Вот. Там, значит, типа как шарманкообразный такой, типа секвенсора такой идет себе, идет. Он то на сильную доль падает, то на слабую. Вот. И припев, значит, они то ли 5 восьмых, я насчитал, то ли 7 восьмых, то ли 13 восьмых, такой тоже бывает по длине фразы. Ну, с первого, я честно вам признаюсь, этот альбом послушал всего 2 раза. И он как бы еще не осел у меня, как положено. Я считаю, что вот альбомы прогрессивного рока, если действительно настоящий, как бы не подделка, не эрундистика какая-то. Бывают люди делают шикарные обложки, там, начинают умничать, там... Косят под хороший музон, да? Да, там куски начинают, много кусков слеплять. Но это я называю все высосано из пальца. И все это как бы не выстроено, не рождено в каких-то муках, в каких-то эмоциях, в каких-то... в любых, в радостных, не в радостных. Все это должно чувствоваться по... тому, как бы, так сказать, по той энергетике, которую они вкладывают. Ну и текст тоже полезно, так сказать, расшифровать, что чего и как, о чем это все. Вот. То есть настоящая музыка прогрессивная – это настоящее, с большой буквы, искусство. А искусство требует талант его восприятия. Вот. Это еще один особый труд и особый дар – правильно воспринимать. Либо, если, так сказать, лениво или там не попало... не в жилу пришлось, не в настроение. Надо отложить, понять, что это круто, отложить немножечко, не в долгий, но в средний долгий ящичек, а потом вернуться. И когда попадет в нужное настроение, все, вы счастливы. Вас больше это не отпустит. И вот я перманентно счастливый человек, потому что я все время слушаю музыку и хожу вот, по 5 альбомов в день. И мне это безумно нравится. Ну что ж, давайте закругляться с этим альбомом. Тем более у нас осталось заглавное произведение, которое так и называется, как и сам альбом, еще раз напомню, группа американская The Deer Hunter с альбомом All Is Us, All Shall Be, так он называется. Также называется последнее произведение, длиной в 5 минут и целую 1 секунду. Итак, заканчиваем слушать альбом группы Deer Hunter. И после этого нас Deer Hunter ненадолго отпустит. Да. All that
Песенки. Так, раз, хоп. Неожиданно, да. Не успеваешь выйти даже, да, из какого-то, из какой-то атмосферы, которая создалась благодаря The Deer Hunter. Последняя песенка была, между прочим. Да, альбом прослушивает целиком. Сейчас у нас будет другая группа, но ради, как бы сказать, выдоха. Новость у нас замечательная совершенно. Вот 9 декабря 2017 года эта новость появилась. Довольно уже давно, несколько месяцев назад. Тем не менее, может, кто-нибудь не знает. Заголовок такой. Музыканты Transatlantic, Pain of Salvation, The Flower Kings объединились в проект под названием The Sea Within. Действительно, наш замечательный, просто мной любимейший, я считаю, Битлз наших дней, ни много ни мало, гражданин, товарищ, барин Роллинг Стоун, вот, который в свое время был замечен в 75-м году, в 17-летнем возрасте в группе Кайпа. Так вот, он создал новый суперпроект, назвал его The Sea Within, в состав которой вошел, естественно, Роллинг Стоун, также Дэниел Гинденлоф из группы, который основателем группы Pain of Salvation является, также он участник Трансатлантика, такого проекта замечательного, знаменитого. Еще сюда входит Йонас Рейнгольд, The Flower King, Кармаканик, The Tangent, Кайпа и многие другие. Том Брислин, который в Кэмэл играл ни много ни мало. И Марко Миниман, любимейший мой барабанщик, который со Стивеном Билсоном играет, в группе Аристократ сыграет, в группе UK даже, когда они еще собрались в 2008 году, реюнион состоялся у них, вот, и Эдди Джобсон вместе с Джоном Уэттоном позвали его, значит, вместо Терри Бозио, который основным участником группы UK был. Вот. Так вот, они позвали Марка Минимана с ними на Union UK. И также еще он играл с Джо Сатриани. Да много где еще играл, у него проектов штук 15, здесь основные только обозначены. Вот, итак, эта группа наша новая, The Sea Within, заключила соглашение с лейблом Inside Out Music, замечательный лейбл наш, на котором весной состоится релиз дебютного альбома, работа над которым заканчивается в лондонской студии Livingstone. И скажу вам, уже точная дата известна, не весной, а 22 июня. Или даже, или, да, 22 июня, по-моему. Ну, в июне, одним словом. Не буду, по памяти вам называю. Вот, в июне будет этот альбом, выйдет. Так что вот такая прекраснейшая новость. Посмотрим, что на сей раз Роллинг Стоун нам предложит. Flower King с 13 года ничего не выпускает. Его Agents of Mercy проект, три альбомчика выпустил, тоже как бы немножечко. Потом он попробовал поработать со старым составом группы Кайпа, выпустил альбомчик Кайпа да Капа на шведском языке. И опять взял тайм-аут, поездил по гастролям со Стивом Хакетом, поиграл там вместе с ним на гитарке. И вот сейчас новый проект. А теперь, дорогие друзья, переходим с вами к группе, которая называется... Которая била меня с толку. Я смотрю, это ба, чем еще? Ба! Смотрю я, новый Rush вышел, 18-й год. А это не Rush, а внимательно присмотревшись, я видел там буковку
лишние буковки. Даже, это... даже две лишних буков. Это Rausch, да. Группа называется Rausch. Американская группа. И альбом 18-го года. Второй у них альбом. Так и называется. Book 2. Ну, книга вторая. Ну и вот, собственно говоря, послушаем первую песенку, потом чуть порассказываем. Группа, на мой взгляд, замечательная. И первое произведение, которое мы будем слушать, будет называться Greener Grass. Идет на 5 минут 28 секунд. We'll be right back.
Что это было? Заслушались. Понятно. Дорогие друзья, неумолимо время приближается к концу нашей программы. Я вижу, что еще есть время, но у нас впереди атомная вещь, поэтому... Тяжелая артиллерия, я бы сказала. Да, тяжелая артиллерия. Одним словом, название группы – это название по фамилии ее организатора Дуга Рауша, который начал заниматься в 8-летнем возрасте клавишами. И вот он поучаствовал на фестивале KFS Джордана Рудоса и так далее, так далее, так далее. Я вам только назову, пусть играет. Итак, Дуг Рауш, он тут и поет, и на пианино. Потом Джо Финн на бас-гитаре. Внимание, Гарри Веркамп, гитарист из замечательной группы Shadow Gallery. Оттуда же, нет, не оттуда же, да, оттуда же, Брент Алман, тоже из Shadow Gallery. Также еще участвует Рио Окумото из Spokesbeard. Также еще участвует Марк Зондер, барабанщик великих Spades Warning. Ну и Крис Руффини, второй барабанщик. Там два барабанщика? Там два барабанщика, но они играют не одновременно. Вот эта песня, что была, тут как раз Марк Зондер играл. Вот. Он тут в трех или в четырех вещах. Еще хочется сказать, что ребята выдали первый альбом, вот этот проект «Рауш» в 2009 году. И спустя каких-то там 9 лет, в 18-м второй. Нормальные люди раз в 9 лет выпускают пластиночки. Но и так, обещанные... название очень стрёмненькое. Как злобный? Раздражённый. Раздражённый. Но не совсем стрёмненькое. Я не сказала бы, что стрёмненькое. Вот. Я, на самом деле, очень умиротворённый. Лера, наверное, тоже, потому что программа у нас сегодня хорошая, такая мелодичная. Вот. И песни это замечательные. И хочется побольше её послушать, поэтому я умолкаю. Да, но перед этим скажите, когда в следующий раз... Следующий вторник. У нас теперь это всё должно встать на... сказать, колею в свою обычную, вторник, только на час пораньше от обычного нашего времени, с 21 до 22 мы будем вас стараться радовать разнообразной прогрессивной музыкой. Итак, группа Рауш, из Амьеги, альбом 2018 года Book 2, песенка называется Arct, это раздраженный, идет она 9 минут 39 секунд, но сколько влезет, столько влезет, сколько успеем, столько послушаем. Да, дорогие друзья, до свидания, всего вам доброго, Лера, да, прощаемся. Это был ответственный за музыку Игорь Чередник и Лера ответственный Волкова. За путь Лера Волкова. До свидания. My way through one more day. I am running late, and you are in my way. All you care about is pay. You got the balls to say you think you got it made. Soulless and afraid, my personal self won't separate. My personal self won't compromise, won't get put on the shelf, can't handle it. My personal self sees through the lies, so it gets down the door.
Imagine Radio, Saint Petersburg. Вы слушаете программу «Стереозвук».